Привет, мои хорошие. Сегодня воскресенье и начинаю влог. Собрались в церковь. Вчера было крещение Господне. Так что с прошедшим вас праздником, мои дорогие и любимые. Оделась. Куда я только и хожу, только в церковь. Слава Богу, хоть есть в церковь. Есть церковь русская. Можем, еще она у нас, это вообще минута езды. Прекрасная церковь, и вот нарядилась, одела свои перлы, жемчуг за 5 копеек, самый дешевый где-то нашла, ну так, более приличный, потому что маленький уже мне не подходит, должен большой быть. Кстати, это уже вторая пара, потому что первая уже почернела, купила уже вторые. Раньше и купалась с ними, и спала, а теперь нет. Думаю, так быстро потемнели, так я теперь так одела куда-то и сняла. Ну, а чё, недорого, кажется, $10 в серьги. Или и того меньше, не помню. И бусы тоже дешево. О чем хотела рассказать? Я была у доктора зубника, дантиста нашего, стоматолога. Спасибо огромное. Посмотрела меня. Вот, так что я уже пропила антибиотики. Если все равно боль не пройдет, придется мне нерв рвать. Эта процедура дорогая. У меня есть просто страховка специальная. Вот надеюсь, что мы поменяли просто страховку. Она стала работать только в этом месяце. И вот я попала к доктору. Спасибо. Подружка поехала, и я туда поехала. Потому что доктор живет теперь очень далеко от меня. Раньше это было 5 минут езды от нее, а теперь вот час с чем-то езды. Приходится теперь как-то что-то придумывать, как к ней добраться. Мне надо коронку поставить. У меня нет здесь одного зуба. Ну, то есть коронка была, она отвалилась. Вот она посмотрела. Она хотела имплант поставить. Имплант в Америке стоит 2500, $3500. Так что дорогое удовольствие. А со страховкой, ну, посмотрим. Я сначала не сделала имплант, что-то так забоялась. Это все там остались теперь пеньки от зуба. Я боюсь рвать эти пеньки. И она говорит, что они такие крепкие, что можно на них вживить коронку. Но оно так и было. Раньше коронка стояла на мертвом зубе. Но теперь все сломалось. Надо переделать. Ну что, буду пока без зуба. А Джеймс вот ходил тоже к своему дантисту. Но у него дантист бесплатный, так и ему и делают бесплатно. Не ахти. Взяли его челюсть и теперь склеивают. Первый раз делали, прям в этот же день склеили и отдали. А теперь, видите ли, ехать за 3-9 земель на поклон и брать уже склеенную. Почему нельзя было в первый день сделать, я тоже не пойму. Так что вот такие у нас дантисты в Америке. Платные, пожалуйста, все за ваши деньги. Бесплатные. Ой. Выбивает все, тоже импланты, пока не делают ему. Вот, типа очередь. Да сколько уже очередь ждать? Уже 7 лет, кажется, ждет очередь. Честное слово, долго уже ждет. Ну, 5 так точно ждет. Как он работу потерял, так он конкретно туда ездит. Ну и делать нечего. Так теперь. Да, он 5 лет тому назад работу потерял. И я тоже потеряла. Было у нас очень непростое время. Вдвоем
то, пожалуйста, и пенсия, и работал, и я работала, а потом так резко вдвоем хоп, остались без работы. Ой. Про ресторан забыли вообще. Вот. Заказы пиццу на дом тоже забыли. Может, только раз в месяц. Ну, ладно. Слава богу, я работаю. Все восстанавливается. И, кстати, вот представьте, потеряли работу, а у нас были кредиты и долги. Ну, конечно, мы перебивались, еще занимали где-то, чтобы... Так что еще кредиты тянутся и тянутся еще, вот поэтому отдаем. Надо помогать мужу. Ничего, все будет хорошо у нас. Все. Так что антибиотик пропила. Антибиотик только выписывает доктор. Здесь пойти в аптеку и купить антибиотик так нельзя. Нету, не продается. Продаются обезболивающие, а антибиотики нет. Все, налелякала, пошла в церковь. Продолжаю влог. Смотрите, кто у меня тут родился. Соска перекрутилась. Ладно, можно ее вообще убрать. Такая вот девочка сладенькая, маленькая такая вот. Зовут Ария. Там дальше тоже куча моих детей. И поросята, и обезьяны, все, что хочешь. Вот хочу вам показать и с вами порадоваться. Красивая, очень красивая. Стеклянные глазки, реснички, просто прелесть. Волосы, ну, так долго шила, прошивала очень долго. Пока работаю, теперь некогда прошивать эти волосы. Такая вот она, нежнейшая. Очень похожа на живую лялечку. Ой, там продукты пришли. Я сделаю в следующем видео полный обзор продуктов. А сейчас просто покажу, что продукты пришли. Сколько продуктов. И в следующем видео я сделаю уже полный обзор покупочек. Все, мои хорошие, буду с вами прощаться. Я предыдущее видео выставила, и обратно пришло уведомление, что нарушила контент, как бы взяла музыку, которая запрещена была. Не знаю, что делать. Или переделывать это видео, или так оставить. Я знаю, что они иногда блокируют из-за того, что ты делаешь грубые ошибки, они... могут тебя вообще выкинуть с Ютуба. Не знаю, может, вообще удалю это видео или переделаю. Ну, короче, я немножко подрастроилась. Делаешь его. Оп, и ошибка. Ой, ладно. Буду стараться не делать ошибок. Ну, так хотела вот красивую вставочку с красивой музыкой сделать. Сделала. Так что буду делать ту музыку, которую можно. Ой. Все, мои хорошие. Пока-пока. Увидимся в следующем видео.